Традиционный праздник «Звени-звени, Золотая Русь» проходит в Константинове с 1985 года. Несмотря на внушительную дату торжества, стихи поэта остаются молодыми и любимыми. Тому доказательство – собравшиеся исследователи творчества поэта, актеры, поэты, художники и тысячи поклонников его творчества со всех уголков России и из-за рубежа. Мне нравятся очень его стихи. Нравится, что он писал о Руси. Вот, прославлял женщину, и вот это мне близко, очень дорого. Те места, в которых он вырос, они очень красивые, они потрясающие, они вдохновляют, они дают какие-то особые силы. Есенин сейчас везде. Его как не как других поэтов принимают, а как сердце принимают, как своего близкого, как родного. Еще и солнце не погасло. Такое количество поклонников творчества поэта Константинова, наверное, еще не видела никогда. Парковка растянулась на 2 с лишним километра от села. Для гостей праздника в честь юбилейной даты была подготовлена масштабная программа. На Большом деревенском лугу народные гулянья, карусели, сладости, шум, торговля. На центральной площади работала ярмарка народных мастеров. Свободный микрофон, где каждый мог прочитать стихотворение поэта или посвящение ему. Что у вас творится в головах? Интриги, сплетни, всяческие бредни, размышляя о мехах да кружевах. На основной сцене выступили губернаторский духовой оркестр Московской области и Государственный академический рязанский русский народный хор имени Попова. Мы задаемся сегодня вопросом, почему нас так много пришедших сегодня к Есенину, и отвечаем, потому что он и сегодня откровенно говорит с нами о России, о жизни, о судьбе, о любви. Он и сегодня призывает нас любить родную землю. Кульминацией праздника стало представление музыкально-поэтического спектакля Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь». Сергей Безруков – самый известный сценический и экранный Есенин. Он играет поэта 20 лет. Актер рассказал журналистам, что произведения Есенина способны объединять братские народы даже в кризисной ситуации. Есенина я читал в самых разных странах нашего ближнего зарубежья. Наши братские народы. Сейчас сложное время. Понятно, что политически очень сложное время. Порой братские народы не понимают друг друга. Актер отметил, что уникальность Есенина заключается в том, что он показал пример истинной любви к России. Есенин очень русский, очень родной, народный поэт. Поэтому способна, конечно, его поэзия объединять, потому что он писал о людях, писал о страстях человеческих, писал о себе и писал настолько искренне. Ему веришь. В каждом стихотворении веришь Есенину. Веришь. Во всех стихах, в страстных, нежных, лирических, в хулиганских стихах, во всех стихах он настолько искренний. Ты понимаешь, что он все это писал, потому что так чувствует он. Сергей Безруков получил от губернатора Олега Ковалева высшую награду региона – благодарность от земли рязанской.